О, а что случилось? Чего ты такой грустный? Да вот случайно сломал колесо. Ну не расстраивайся, у тебя же есть другие еще машинки. Просто это была самая любимая. Может, папа ее починит? Скорее всего, ее никто не починит. Так, не расстраивайся. Я сейчас что-нибудь придумаю. Эх, приклеить его все равно не получится. Так, где же я видела классную машинку? О, точно! О, вот это подойдет! Так, нервная и быстрая. Это то, что нужно. О, а вот и машинку привезли. Спасибо. Да, Денису понравится точно. Ку-ку! И что у тебя за спиной? А ты угадай. Может, Лего? Не угадал, холодно. Может, робот новый? Не-а. Еще какая версия? Может, новая машинка? Угадал. Ух ты! Так, тут два винтика держат машинку. Класс, она такая легкая. Так, теперь освободим винтик. Так, сюда нужно батарейки. Наверное, не в этой коробке. Держим. Всего лишь два аккумулятора? Верно, она будет медленно ездить. Да нет, она гоняет 20 километров в час. Вот сейчас и проверим. Ничего себе, как она стартанула. Как ее заносит! В замедленном так круто смотрится! Вот видишь, она намного быстрее, чем твоя старая! Да, такой быстрой еще у меня не было! А ты боялся, что она будет еле ездить? Старую машинку жалко, а это все-таки круче. А ну дай мне поиграть. На. Машинка реально крутая. Ну ладно, держи, играйся, а я пошла. За старой уже не грусти. Всем, кому понравилась машинка, ставь лайк и напишите в комментариях, если бы вы хотели такой подарок.